Те же знакомые персонажи Островского, только в новом прочтении. В Краевом театре драмы под занавес 96-го сезона представили «Бесприданницу». На спектакле трудился Максим Астафьев. Незадолго до этого режиссер поставил «Темные аллеи» по Бунину и, как говорят, безоговорочно влюбил искушенную публику. После этого он просто обязан был повторить успех. Я уже видела два раза, поэтому могу сказать, что он, в общем, оправдал наши ожидания. Получилась очень хорошая работа, и мы такой серьезный премьеры закрываем театральный сезон, поэтому это вдвойне приятно. В роли Ларисы Агудаловой любимица публики Анна Бекчанова. Молодая актриса занята на главных ролях во многих спектаклях театра. И если этот режиссерский выбор зрителей уже не удивляет, то посмотреть на Виктора Осипова в роли Карандышева вызывало особый интерес. Судя по аплодисментам на поклоне и отзывам в социальных сетях, его трогательный персонаж не оставил равнодушным как минимум женскую половину зала. Человек очень искренний, открытый, доброжелательный. Он не знает, что такое зло, не умеет обижать, не умеет обижаться. Как я, Акакевич, немножко оскорбленный человек, маленький, обижен. И вот происходит предательство от Ларисы. И он мстит, убивая ее. Но мстит не только Ларисе, а, я думаю, что мстит всему миру. Ну и, конечно, какая громкая премьера без запоминающегося финала? Будет много страсти, слез и воды. В прямом смысле – целых 3 тонны. Не упустите возможность оценить «Барнаульскую бесприданницу». Правда, теперь придется подождать 3 месяца. Спектакль покажут уже в новом сезоне. Анастасия Романова, Роман Хайрулин. Новости.